Herr Oberbürgermeister, ich danke Ihnen. Сейчас. Тихо, 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 тихо. Бояршинов просит деньги. Сейчас, сейчас будет шутка. Смотрите. Вот сейчас берем вот такое видео. Здесь просто выключаем звук. Поехали. Сейчас. Здравствуйте. В последнее время что-то совсем перестали вы меня, так сказать, жаловать своими деньгами. Ну, почти совсем. Да, наверное, это связано с тем, что у меня в очередной раз пришлось сменить номер карточки. Номер счета остался прежним, Сбербанковский счет прежний, вот он. PayPal, Яндекс.Деньги, Киви, кошелек, кошелек ВКонтакте, все это по-прежнему есть. Вот. Ну, и есть еще одна проблема, новая появилась. Кроме прежних проблем, что надо есть, лечиться и всякие прочие меры делать, чтобы поддержать в моем безобразном теле жизнь. А теперь такое требование. На меня, я ощущаю сейчас давление со стороны Ютуба. Значит, давление следующее, что такие видео, как у меня, низкого качества технического, они не приносят большой прибыли Ютубу, вообще никакой. Они просто захламляют, занимают дисковое пространство на ютубовских дисках, отнимают время у зрителей, ну, то есть затрудняют поиск нужных видео, которым большой рекламный поток, да? На моих видео они не заинтересованы, потому что, ну, сколько там реклама в России стоит? Очень дешево. За сколько-то, за 100 кликов сколько-то небольших количество центов платят они, да? Ну, совсем ничтожное количество. Вот, такие вот дела. Поэтому, ну, мне приходится теперь снимать часть видео вот в студийных условиях, за это деньги платите, естественно. Я вот в коридоре студии приехал, а еще никого нет. Звоню, значит, приехал. Ты уже приехал? Ну, приехал, конечно. Так что, пожалуйста, помогите мне деньгами. Это крик о помощи, действительно. Вот, ну, чтобы продолжать донатером для вас что-то такое снимать. Значит, даже кукольными деньгами беру. Добрый человек, который взялся мне в это дело помочь, хоть у него два раза не получилось, но говорю, что в третий раз хоть что-то он сумеет из кукольных денег превратить в нормальные деньги. Пожалуйста, помогите. Ради бога. Всего доброго. До свидания.